Добрый день! Хочу рассказать вам о замечательной кухонной технике, такой как блендер. Я использую блендер Эленберг HB1049. Он потребляет 300 Вт. У него находятся впереди две кнопки скоростного режима. Первая меньше, вторая больше импульсивности. Они обе прорезиненные, нажимаются без щелчков, легонечко. Буквально одним движением пальчика. Насадка внизу с отверстиями. Если есть выбор покупать блендер, лучше покупайте все-таки без вот этих отверстий, потому что когда маленький ребенок и вы делаете пюре, это все кусочки отсюда выкидываются мощным потоком. Довольно острые сами ножи, поэтому нежелательно, конечно, туда ручки совать. Сначала лучше остановить его. Вот, довольно-таки коротковатый шнур, я бы хотела подлиннее, но для этого уже надо покупать удлинитель. Стоит такой прибор примерно 130 гривен, это в русских рублях около 400 рублей. Он дешевый, практичный, удобный, помогает везде и во всем. Даже супы-пюре с ним, с его помощью получается просто идеальный. Советую всем. Фирма Эленберг, хоть она и недолговечная, конечно, недолговечная, а скорее всего недолго на нашем рынке, но во всяком случае мое уважение она уже завоевала. Спасибо.